Привет всем, спасибо, что зашли на мое новое видео. Как видите, я получил здесь очень красивую посылочку. Она из Бразилии. Обменялся с моими друзьями из Бразилии, послал им израильские шекели. В обмен получил просто набор микс различных бразильских банкнот. Мне очень интересно, что я там получил. Давайте вместе с вами посмотрим. Только вот тут тяжело немножко открыть, как видите. Очень хорошо упаковано, видно. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Идет хорошо, хорошо, хорошо. Интересно, интересно. Давайте посмотрим, что... О, хорошо. Я люблю такого, такой кулечек. Так, открываем, открываем, достаем. Хорошенько, вот еще раз. Очень хорошо упаковано, то есть банкноты должны быть в сохранности. Очень хорошо их упаковали. В Бразилии, как вы знаете, очень много было различных денежных реформ. Но у них очень красивые банкноты. Я никогда не знал, с чего начать, поэтому я решил так, закажем, вот они новенькие. Закажу какой-нибудь микс, посмотрим, что будет, выберу интересные, и оттуда я тогда начну уже, буду знать, как коллекционировать следующие мои банкноты. Итак, о, какой хороший. Давайте, смотрим. Окей, так, ну, 200 крузеров. Крузеров, да, интересная, красивая банкнотка. Давайте положим ее здесь, например. Дальше у нас что? 5 крузеров. Видно, другая версия, другая серия. Видно, это более старая. Ага, 100... Нет, 10. 10 чего-то. Плохо, не понимаю еще. Видите, там печать. У них... Вот видите, здесь, например, нет печати, да? У них были такие деноминации. Вот здесь, видите, 10 и печать 1. То есть это значит, что это... номинал ее один. Да, вот, например, здесь один Cruzeiro Novo. То есть вот такой у нее номинал. Они вместо того, чтобы выпускать какие-то новые банкноты, они просто на старые банкноты, например, сейчас него выпуска ставили печать. Так, и, ну, то есть вот так как-то они, потому что, ну, у них там инфляция иногда была просто. Красивые банкноты, красочные очень. Так, здесь у нас что, 50 тысяч, 50 тысяч чего-то. Потом серьезно об этом поговорим, разберу, рассортирую, это будет отдельное видео, сейчас просто распаковочка, потому что очень красивые банкноты. 1000, ой, здесь ручкой написали, жалко. Очень старая, видно, банкнота, похожа на доллары, да, видите, два крузерос, дос крузерос, красиво, красиво выглядит. Так, это один крузеро. Я где-то видел в интернете, на такой банкноте, например, иногда ставят роспись, то есть это уже другой номинал. Один чего, тоже крузеро. 10, тоже видно, серия как доллары, да? Старая какая-то серия. Вот еще два, то есть похоже, но видите, это зеленая, там было синее. 50 крузадос. Вот, видите, опять с печатью, то есть раньше это было 50 крузадо новос, а теперь это 50 крузейрос. 100. Вот единственная банкнота, да, где они зеркальные сделали такой портрет. Тоже, вот видно, 50 написано, а печать это 5. Тоже видно, старая банкнота, 5 чего-то. 10, так. Похоже на Карла Маркса, мужик. Ай-яй-яй. Видите, там пластырь положили. Так, 5000. 5000 с дырочкой, жалко. 100 тысяч. 100 тысяч. Ну, не в очень хорошем состоянии, но я просто рад, что они у меня. Так я буду знать, с чего начинать собирать. Еще 1000. Красиво. Вот 100. Видно, как 100 долларов, да? Похоже, такое же так, оформление и все такое. Вот, видите, печать поставили, да? То есть это теперь новый номинал 1. Прошлый номинал 1000, теперь 1. 100 крузадос. 500 крусадос тоже. Так. И это 500 крусадос. Но после деноминации, видите, то до этого было другое название, теперь они поставили печать. 10 тысяч. И 5 тысяч. Так. Еще что? Окей, 5 тысяч. И еще 1000. И самое последнее.
200 тоже с печатью, то есть какой-то новый номинал. Да, очень-очень красивый, очень красивый, много банкнот я получил. Большое спасибо, привет моим друзьям из Италии. Верну это обратно в кулечек, потому что сортировать это придется очень долго, надо понять, какая банкнота, какая серия. Спасибо, что смотрели это видео, очень вам благодарен, подписывайтесь на мой канал, тогда я смогу расти и показывать вам новые и новые банкноты. Всего доброго!